Уже неделю в городе над Бугом тренируется юношеская сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту. Ведь 18 августа в нашем городе стартует чемпионат мира по этому виду спорта. Он включает в себя сразу 4 дисциплины. Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной пожарной башни, 100-метровую полосу препятствий, эстафету и боевое развертывание. И вот уже на протяжении многих лет команда Беларуси считается одной из сильнейших в мире. Здесь получается так, что каждая дисциплина важна, и поэтому в каждой дисциплине надо бороться и показывать только максимальный результат. Наша сборная всегда является одним из фаворитов, и поэтому мы настроены бороться только на победу, за победу. Наша команда Республики Беларусь уже тренируется с 5 августа. До этого они тренировались еще на других площадках. Знаете, я думаю, что они подготовлены очень хорошо, основательно, знает, и покажет хороший результат. Юношеский чемпионат мира, он, как говорится, способен для того, чтобы развиваться по пожарно-спасательному спорту. Пожарный спорт сложный. Надо бегать как спринтер, силу иметь как у штангиста и безупречную технику во всех проявлениях. Поэтому, если девушки в основном приходят в пожарно-спасательный спорт из легкой атлетики, то мужчины, как правило, с 13, а то и с 10 лет растут именно в этом виде спорта. Когда я пришла, пожарный спорт показался для меня очень необычным, таким, ну, своеобразным. Не только бег, но еще там полоса препятствий, и это очень захватывающе. Данный чемпионат мира у меня уже 5-й по счету, вот, и пожарным спортом я занимаюсь 5 лет. Этот вид спорта меня заинтересовал своей необычностью, потому что такого, наверное, нигде нету. После чемпионата мира больше есть мотивация тренироваться и достигать еще больших результатов, успехов. Насчет, какая команда составит конкуренцию, я думаю, это уже покажет сами соревнования, потому что на соревнованиях бывает разное. Есть сильные спортсмены, приезжают, у них просто не получается что-то. Поэтому тут уже на дорожке все решится. Ровно через 6 дней юноши и девушки смогут показать тот самый результат, к которому усердно готовились и тренировались, то, к чему шли годами. А мы, брещане, в свою очередь можем прийти и поддержать команду сборной Беларуси. Болеем за наших!